Всем привет! Не знаю, что мне получится снять, но я очень постараюсь. На заднем плане мультики. Ребенок смотрит, мы с ним вдвоем. И, в общем, придется снимать, как получается. Наконец-то у меня есть возможность поделиться с вами своей новой красотой. Такой чудесной бабочкой, розовой веснушки, она называется Дашан Пин Фриклс. У меня есть трилипс этого сорта, я вам показывала. Эту красоту покупала я его дорого. Сейчас они стали более доступные, так как их больше. И мне именно хотелось вот такую открытую бабочку. Она меня прям восхищала. Еще, конечно, хотелось и пилор, но уже я решила закатить губу. Места нет, чтобы еще и пилор. Но пилор тоже очень красивый. У пилора, видите, задняя сторона белая у цветочка. И пилор, конечно, восхитительный. У него белый колокольчик такой. И сипали эти в пятнышко, в веснушку. В общем, красота неимоверная. Он у меня на три цвета носа. Он, в принципе, доехал хорошо. Вот сейчас смотрю, немножко стрессанул, там бутончик подсушил. У него в дороге единственное, вот отпала тут одна губа, один лепесток. Но это ничего, так как он ехал напрямую из теплицы с Голландии ко мне. Дорога была долгая, пока его доставили до Украины, и потом по Украине. В общем, это не близкая дорога, поэтому как бы ему было нелегко. Для меня это не так важно, эти цветочки. Конечно, хочется полюбоваться, как только растение приехало, но, тем не менее, это не так страшно. Сейчас сезон цветения, которого мы все ждем. Это, наверное, сейчас лучшее время года для архаманчиков, которые сейчас начинают рыться под листами орхидей в поисках новых цветоносиков. Поэтому, в принципе, если срезать сейчас ему эти цветы, то он очень быстро пробудет почки, я в этом уверена. Вот, так, покажу вам, какие красивущие у него листья. Он прям восхитительный. Мне очень это нравится, когда варигатность такая есть. Видите, такие крапушки. На трилипсе, на моем, это видно меньше. А тут прям такой сизый налет у него. Красавчик, конечно. Корней у него много, такой сильный куст. Когда выставили эту орхидею, я очень быстро постаралась ее урвать. Еще и на три цвета носа с полной мутацией. Это то, чего мы все хотим и ждем, чтобы процент сюрприза в домашнем цветении был меньше, так сказать. Очень это, конечно, расстраивает, когда растение цветет не так, как мы покупали. Вот, вот такую красоту, на него очень много цветочков. Вставлю вам фоточки, как только я его открыла с коробки. Это я фотографировала для продавца, показать, что все доехало в целости и сохранности. Очень хорошие, ответственные продавцы, они переживают за каждое растение. И я получаю огромное удовольствие, когда заказываю у них растюхи. Я знаю, что они приедут ко мне в своем лучшем виде. Я заказывала у них белый свой трилипс. Еще что-то заказывала. Не всегда успеваю, конечно, потому что очень ограничено, как обычно, количество мутантиков. И иногда не успел. Только опубликовали, только пришло уведомление, что что-то новое. Ты заходишь, через секунду уже куплено. Ну, такие мы охотники за новыми редкостями. Поэтому у всех сачок на готовности. Вот, когда что-то в него попадется. Ну, к сожалению, не все хотелки могут к нам попасть. Вот такие дела. Небольшой такой будет коротенький обзорчик этой красоты. Надеюсь, вы порадуетесь вместе с нами. Ой, надеюсь, вы будете не против. Я добавлю вам в это видео немножко своей королевной Ластик Лав. Тут сейчас такое солнышко у нас яркое. И так она красиво выглядит. Боже, ну это орхидея просто божественной красоты. Она с временем цветения не становится бледной, некрасивой. Я ее просто обожаю. Огромные цветы кучерявые, крапушки эти. Ну, это не передать словами, как она переливается. У нее такой оттенок появляется немного пепельный. И это, ну, смотрите, какие защипы пятнистые, огромные. Она у меня цветет на несколько веточек. Вот раз, два и три. По несколько цветочков. Но я всегда рада ее цветам. Мне не важно, это новый цветонос каскадный или это несколько бутонов дорощенных.
Я ее просто обожаю в любом виде. Она меня так радует. Это прям огромное удовольствие наблюдать ее цветение. Это огромное везение, что она ко мне попалась. Мне просто повезло, что девчата, которые участвовали в этом аукционе, им показалось, что у нее плохие корни. И они ее не взяли. И она досталась мне по очень адекватной цене. Я ее обожаю. Очень рекомендую этот сорт всем, кто любит розовые оттенки, крупные цветы. Она вас не разочарует 100%. Она цветуниха, растет у меня быстро. И вот так меня радует. Очень красивая девочка. Просто обожаю. У меня в заказах еще есть азиатский малыш. Всего только один. Я тут... Конечно, мне кажется, такое у всех бывает, у кого коллекция уже перевалила за давно адекватную цифру. Я искала орхидею, на которой сейчас выставили сбор, и я прям помню, как я видела своими глазами эту бирку. Я знаю, что у меня есть такая орхидея, Spotted Butterfly, его сейчас вот выставили. Я мужу говорю, он у меня точно есть, говорю, я знаю, что я его получала. Он мне говорит, может, развалился? Говорю, Рома, это моя боль, я бы помнила, что он развалился. Он говорит, подарила кому-то. Я говорю, он у меня один, я не могла его никому подарить. В общем, он говорит, случайно маме отдала, собирала в очередной раз там коробку с орхидеями, отдала. Говорю, Рома, невозможно, я бы не отдала, я не видела его цветение. Я очень жду, и сейчас хвастики показывают домашнего цветения, а у меня нет этой орхидеи. В общем, это мне не давало покоя, наверное, неделю. Я, как раз у меня полив был, я перебрала орхидеи на одном окне, на втором окне, на третьем окне. Я посмотрела все на полках, но нету. И мне почему-то казалось, что я его пересаживала вот в сдвоенную любимую свою посадку на фитиле, два малыша, потому что я его покупала в размере 1,7. Но перерыла нету, а покоя мне нету. Я все лежу и думаю, где моя орхидея? Думаю, ну, возможно, я ее заказала, но она не пришла. Тоже такое бывает. Продавцы, допустим, пишут, что, мол, в таком-то размере не будет, будет там в меньшем, допустим, и я отказываюсь, жду дальше. Ну, либо просто ее там нету, либо были плохого качества, и продавец не отправил. Думаю, может, я подумала, что она у меня есть, у меня ее нету, мне надо ее срочно заказать. Ну, в общем, я несколько раз ее чуть не заказала. Вчера уже сижу такая, думаю, не пойду еще, наверное, положу вот на дальнее окно в дальней комнате. Вот там больше всего таких малышей по два посажено. Еще раз там перероюсь. Ну, и подхожу к окну, и мне сразу кидается этот вазон в глаза. Думаю, да, бывает, конечно. Сразу взяла его, да, смотрю, малыш уже крупненький, уже подрос, уже далеко не 1,7 он выглядит. Новый листик дал, корней море. Есть у меня, я выдохнула. Это я в орхидеях мира заказывала подросточка. Как-то раньше у меня такие глобальные заказы были по там 5-10 растений, а сейчас все самые крупные красивые такие бабочки у меня все есть, и причем по несколько экземпляров. Жду их цветения уже. Вот единственное, буду теперь охотиться за черебом ЕС-2, так как моя развалилась, и что-то как-то пенек подсыхает, корни вроде внутри целые, но... Ой, не знаю, через сколько я увижу его цветение, через 2 года. Что-то так не хочется долго, поэтому, конечно, если будет сбор в 2,5, я себе куплю еще этого подростка. Это уже, наверное, будет 4-й черебом в моем доме. Ну, один был заказан как калейдоскоп и процвел черебом ЕС-2, и я его, по-моему, маме подарила. Один я продала, потому что мой зацвел по сорту, подумала, зачем мне надо. Ну, в общем, а мой домашний развалился. И это будет 4-й уже черебом. Но мне эта бабочка очень нравится, и я не могу себе отказать в удовольствии иметь ее дома. Вот, всем спасибо за внимание. Такой мой небольшой обзор. Наболтала тут, конечно, не по делу, но хотелось рассказать, поделиться. Скоро выставлю несколько видео, у меня просили, покажу. Несколько раз уже просила подписчиться в комментариях, а я как-то никак руки не дойдут. Но все-таки сделаю, запишу. Скоро выставлю на днях. Надеюсь, будет на это время. Спасибо всем огромное за внимание. Поделилась красотой с вами. Скоро увидимся в новом видео. Всем мира, добра, всего самого наилучшего. И до встречи.